Всем привет, друзья! Меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новый ролик по игрушке Салли Крамсали. Сегодня, друзья, мы с вами продолжаем играть, и мы остановились на двери номер 2. Так, а что у нас здесь? Опа. Это что такое? Что мы сделали, чтобы заслужить эти муки? Они хотели поглотить нас, всех нас. Ничего не помогло остановить их. Обжигающие огни богов померкли. Их бдительные очи обратились ужасающими криками. А потом все исчезло во тьме. Ну ок. И мы такие уходим, нормально. В первой комнатке была НП. Или это просто Эночка. Да, а здесь Эвка. Но в другую сторону почему-то. Треугольничек. Почему так? Ладно, давайте мы посмотрим. Вообще, можно ли так делать тут? Так. А первое у нас N. Потом треугольничек в другую сторону. Ну, видимо, да. Это этот знак, что ли? Но здесь я не знаю, что. Ну, типа так рандомно можно, наверное, выбрать. Что-нибудь под... Нет, ничего не подходит. Короче, ладно, погнали. Так, давай, третья комната. Что у нас тут? Сначала мы посмотрим код, наверное. Или что тут будет? А, нет, здесь не код. Здесь вообще что-то непонятное. То есть вот эти значки мне надо все как-то запоминать, что ли? Ну, честно говоря, они мне особо, не знаю, ничего не дают. Кто? Яноврозар? Я была сломлена, пока он не нашел меня. Раздроблена и потеряна. А потом он посмотрел на меня и увидел насквозь. Будучи брошенной всеми остальными, спустя годы в невидимости... И слышимости он увидел меня, и мы полюбили друг друга. Все было идеально, пока он не... А, пока не развалилось вновь, и теперь остались лишь боль. Ну ладно. Грустная история от этих чувачков. Еще раз значок посмотрю. Ну да, что-то типа... Таких Зорро. И... Непонятная фигня. Ладно, Эночка здесь. Так, а тут у нас... Вот эта штука же... Открыто? По-прежнему заперто. Что-нибудь другое, может, тут? Ну, там явно была вот такая штукенция, я помню. Во второй комнате-то. Ха. Тогда вопрос что-то. Еще раз. Ну, нет, смотрите, да, это штука. Гербо я тут не могу достать. Хм. Ну, я вроде все правильно сделал. Что не так? Я не понимаю, что в первой. Там Энка это была. А, подожди. N. И потом треугольничек же. Они по две, получается, что ли, идут как-то? И что мне с этим делать? Ха. А здесь в другую сторону треугольничек. Так, ну такого здесь нет. Хм. Тогда я не знаю. Так. Ух ты, ё-моё. Надо было на пятую нажать, что ли? А, нет, тут просто скример такой, что типа того. Ну, скример тупо по звуку, без выпрыгивающей фигни. Ладно, давайте мы у этого Вельва спросим еще раз, Вельза. Итак. Ага. Ага. Ну вот. Они полны раскаяния и скорби. Их грехи. Они страдают. Они убиты горем. Назад. Могу я теперь пройти в ту дверь? Когда пройдешь через эту дверь, пути назад не будет. Спасибо. Пропал. Пожалуйста. Ха, увидимся, Вельс. Погнали. Дверь номер 6. Такс. Что у нас тут? Звездочки. Космос. Что это такое? Включить. Опа. Угу. Здравствуйте. Что тут на первой кассете? Ничего. О, там наше отражение в телеке. Сейчас где-нибудь скример, блин, будет, я обкекусь. Так, не то. Какой то-то, блин? Что-нибудь вообще работает? Нет, последнее, серьезно? А нет. А, не знаю, что запускать тогда. Ладно, тогда мы выходим. Ладно. А, нет, смотри. А чё это? Мы уже подросли?
Это получается следующая уже, что ли, глава началась? Так. Ну давайте мы выйдем, я на всякий случай проверю просто. Мне интересно. О, да, смотрите. Действительно. Вау, а я в новой главе. Ладно, продолжаем тогда. А, такс. Ну, раз новая глава началась. Ого, он тоже теперь фанатом стал. Хм, где мой телефон? Видимо, да, он тоже фанат этой сальтификации стал. Так, здесь ничего мы не можем взять. Да и не только. Ох, да у него разные протезы, что ли? Прикольно. Или это просто маски, я не знаю. Ладно, давайте выйдем. Так, шкафчик. У нас интерьерчик-то изменился. Наша местная загадка. О других новостях. Этим утром горела Нокфельская фабрика. Пожарные прибыли на место происшествия незамедлительно. Однако к тому времени, как им удалось справиться с пламенем, большая часть здания и материалов были уничтожены. Это предприятие было главным местом работы для жителей нашего городка с 1934 года. Это третий случай пожара в здании, однако никогда прежде он не достигал таких масштабов, как сегодня. Власти считают, что пожар был устроен намеренно, однако более подробную информацию в данный момент предоставить не могут. Ранее в этом году был юбилей со дня предыдущего пожара, второго по масштабам. В нем погибли 20 человек. К счастью, в этот раз обошлось без смертей, однако трое рабочих в данный момент находятся в больнице с незначительными повреждениями. В настоящее время не ясно, смогут ли владельцы позволить себе реконструкцию предприятия. Последние десятилетия их прибыль постепенно снижалась, что приводило к финансовым проблемам. Если им удастся установить производство, многие семьи потеряют источник дохода. Не удастся. Мы будем держать вас в курсе происходящего по мере поступления новостей. Спасибо. Так, ну ладно. Подвал появился у нас какой-то. Со шкафом повзаимодействовать не могу. Это что? А, комната какая-то странная. О, мы в доме каком-то живем или что это? Двухэтажный апартамент? Я не понимаю немного. Главный вход. Снаружи так светло. Ага. Не знаю. Наверх. А, нет, подожди. О, привет, чел. А ты, мы, может, вообще не дома, кстати говоря? Какой-нибудь университет? Нил. Утреца, салю. Чё как? Привет, Нил. Сегодня без хвостиков, а? Кажется, я ни разу не видел тебя с распущенными волосами. Едва узнал. Хех, ага. Ты как, чувак? Ты словно в облаках витаешь. Ну, я в порядке. Ты нормально спишь? Я слышал, что ты пару раз вставал прошлой ночью. Внизу есть кофе. Знаю, что ты его не жалуешь, но тебе стоит выпить кружечку. Это поставит тебя на ноги. Я никогда не начинаю день без дозы кофеина. Спасибо, чувствую себя разбитым. Без проблем, Салио. Так, а ты что, меня пускать не будешь, что ли? Ох, ты занял там все место, а? Эх ты. Ладно, погнали тогда мы в подвал спустимся, или куда там еще можно. Посмотрим, странно, эта дверь сломана или что с ней не так. Так, ну по новостям мы уже все увидели. Ванная. А гербой пропал, кстати. В инвентаре вообще ничего нет, это новая глава. Ну, прикольно. Так, подвал. А тут что? Гизма до сих пор с нами живет. Ну, значит, мы дома, ребята. Значит, мы все-таки дома. Или нет? Гизма может что-то другое делать. Чувак, серьезно? Откуда ты вообще продолжаешь таскать эти стикеры? Да, прикол. Че за выход? А! Стоп! А где это мы? Мы только сменили замок, так что я не знаю, какой код установил тот. Так, ну... Я тоже не знаю, друг. Ты уж прости меня. Такс. Прикол. Реально прикол. Так. А где сам тот? Мне бы с ним поболтать, не знаю. Код спросить. Где мы вообще? Я не понимаю пока что немного. Что и что тут происходит? Такс. Целей никаких нет тоже. Снаружи так светло. Да ты выйти-то не можешь, что ли? Ох, да. Выйти он не может. Ну, может, что-то еще с Нилом поговорить надо. А, стой, он мне говорил про кофе. Ну, мы его, в принципе, не любим, но, может быть, выпить-то мне его надо все равно. Так. Нил его обожает, но я не переношу, так что... Нет, спасибо. Так. Ну, как хочешь, друг. Как хочешь. Так, ну давай тогда посмотрим, что можно еще у него спросить. А, вот. Ты не видел мой телефон? Нигде не могу найти.
Ах да, я нашел его прошлой ночью на крыльце, решил, что не стоит оставлять, и захватил с собой, и чуть о нем не забыл. Спасибо, я и не понял, что оставил его на улице. Не парься, совсем бывает, держи, чувак. Ага, где тот? У меня занятие этим утром. А, ладно. Как продвигается охота на призраков? Тот говорил, что в последнее время все движется медленно. Медленно? Ну да, медленно. Еле движется с мертвой точки. Вы ведь опять пытаетесь защитить меня, парни. Это очень мило, но вы ведь знаете, что я способен за себя постоять. К тому же я старше вас на 2 года. Да нет, просто. Да-да, 5 лет назад 4 друзей заключили соглашение, я уважаю такую верность. Вообще-то, это очень как мило. Хех. Кстати, о милом, я слышал, что сегодня приезжает очаровательная Эш. Одинокая волчица 4 всадников возвращается. Волнуешься? Мы должны встретиться днем. Значит, это нет? Не могу дождаться нашей встречи. Просто, знаешь, чувствую какую-то усталость. Внизу еще остался кофе. Он взывает к тебе. Салли Крамсалли, возьми меня. Так, ты слышал эти странные звуки? Придется тебе уточнить, мистер Соня. Прошлой ночью мне показалось, что я слышал что-то вроде странной сирены. Я ничего такого не слышал. Может, Гизма опять смотрел телевизор? Нет, это не то. Как будто... А, неважно. Наверное, просто кошмары. Боже, чувак, ты точно себя хорошо чувствуешь? Да, я в порядке. Наверное, видение снова. Как работа? А, блинский, работа. У меня же утренняя смена. Мне нужно бежать, Салли. Увидимся позже. Свалил, что ли? Сейчас мы сможем пройти дальше. Оу, да. Так. А тут что-то... Тот оставил мне записку. Что там? New код. Тот. Спасибо, записка Тодда с новым кодом для сарая. Повесить на него замок было хорошей идеей. Так, ладно. Это, наверное, чтобы этот, как его, чувачок этот новенький-то не видел. Я что-то забыл, как его уже зовут. В голове что-то как-то не закрепилось. Ну ладно, мы тогда отправимся сейчас в сарай, посмотрим, что у нас там есть. Ну, конечно, я еще от прошлой... А, подожди, какую ванную-то, куда я пошел? От прошлой немножечко не отошел главы, потому что она была с таким резким поворотом, такая интересная. А тут уже новенькая. Так, ну погнали. Что у нас? У нас здесь сарайчик. Надо код-то запомнить. 403-53-64. Так, 403-53-64. Ага, погнали. Оу, черт, тут у нас целое, этот, как его, расследование. Ну, давайте. Досха. Поверить не могу, что мы работаем над этим уже 5 лет. Такое ощущение, что чем больше связей мы находим, тем запутаннее все становится. Да. А культ до сих пор продолжает деятельность? Если да, то куда они подевались? Не знаю, рабочее место. Спасибо Робу, что дал нам денег на новое оборудование. Когда он узнал, чем мы занимаемся, решил, что мы настоящие ловители привидений. А, все-таки его Роб, да, зовут? Так, ладно. А что я тут должен сделать-то? Я не знаю. Ну, наверное, это типа просто познакомиться с тем, что, чем мы сейчас занимаемся. Что-то типа того. Так, ладно, Гизмо-балбес тут сидит, телек, как обычно, смотрит. Да что ж с этим котом не так-то? Почему он такой особенный? Такс, ладно. Кто-нибудь пришел? Или что-нибудь произошло за это время? Я не знаю. Так, а, Нил его зовут, а не Роб, черт. А Роб-то кто? А, снаружи так светло. Роба я что-то не помню. Либо я еще с ним просто не знаком. А, все-таки в эту дверь можно зайти, просто она не выделяется. Так, а что тут поделать? Коробочки, коробочки, коробочки. Так, ну ничего, видимо. Но мне кажется, косички все-таки ему больше шли, чем такая прическа. Так, ладно, давайте здесь что у нас можно поделать. Ух ты, побрончать можно чуток. Прикольно. Так, здесь что? Надо будет проверить через минутку. А, да, на зарядку надо был телефон поставить, черт возьми. А что он хочет-то с ним сделать? Не знаю. Давайте проверим. Все еще заряжается. Давайте выйдем и зайдем обратно. Тогда зарядилось, 100%. А, нет, тогда ждем. Так, телефончик, кажется, зарядился. Ларри прислал несколько сообщений. Сейчас посмотрим, что он прислал.
Мой мобильник напоминает о деньках, когда мы с Ларри пользовались рациями. Использовать. Не спишь? Уже нет, что такое? Что не так с апартаментами Эдисона? Помимо призрака в жутком подвале. Я серьезно, скоро буду. Дай мне пару минут. Окей, напиши, как Буш готов. Готов. В пути. Чё за... Мы сейчас обратно поедем в апартаменты Эдисона? Или что? Или он, наоборот, к нам приедет? Не знаю. Ух ты, ё-моё. Эпизод 4, суд. Ух ты. Ну теперь точно эпизод 4 начался. Так что же всё-таки произошло? Ой, там тот чувак, который меня бил. Ваши слова довольно сильно разнятся с вашей изначальной историей, мистер Фишер. Разве вы не утверждали ранее, что не поддерживали общение с Ларри Джонсоном? Утверждал. Вы признаете, что врали в своих изначальных заявлениях? Да, я находился в состоянии шока и думал, что правда лишь усугубит положение. Что мне никто не поверит, я не знал, как поступить иначе. И как же нам теперь верить вашим словам, как разобраться, где правда, а где ложь? Кроме правды, у меня ничего не осталось. Важно, чтобы люди прислушались к моим словам, а поверят они им или нет, что ж. Ради их же блага, надеюсь, что поверят. Это угроза? Это предупреждение. Вы хотите, чтобы мы поверили, что по Нокфеллу до сих пор разгуливает убийца? Что представленные сегодня улики, кровь жертв на вашей одежде и коже, отпечатки ваших пальцев на орудии убийства, записи с камер наблюдений, показания свидетелей, что все они призваны вас подставить, и кто же так потрудился? Полиция округа? Если суд не возражает, я хотел бы продолжить давать показания. Эту историю важно рассказывать в хронологическом порядке, чтобы избежать выдергивания деталей из контекста. Ну, еще сильнее, чем они уже были выдернуты. Ага. Суд не возражает. Прошу, продолжайте дачу показаний, мистер Фишер. Но запомните, ответить на вопросы обвинителя вам все равно придется. Я на все отвечу. Продолжайте. Текс. Продолжаем. Сейчас посмотрим, что у нас там будет. О, нифига себе, Ларри подкачался как будто бы. Чувак, говорю тебе, что-то явно не так. Ты снова видел демона? Нет, я не видел его с тех пор, как мы его 100 лет назад вынесли. Да, я утром взял супергербой и все здание прочесал, но ничего не нашел. Все призраки куда-то пропали, чуть ли не месяц назад. Как-то странно. Хотя это может и неплохо. Может, они наконец смогли отойти в лучший мир? Не знаю, мужик. У меня какое-то нехорошее предчувствие. Как будто у меня под кожей что-то копошится, в черепе скребется, словно затишье перед бурей. Я это чувствую. Хм, что? Дежавю, я тоже его испытываю, будто все в тумане, а за ним что-то ждет, притаившись. Да, именно. Ну что бы это ни было, источник в апартаментах. Ну чё, посмотришь со мной или как? Конечно, посмотрю. Да, это наш дом. Нифига себе. Сходим за Тоддом. У него сегодня занятие. А, точно, я надеялся, что он сделает новый гаджет или типа того. Он работает над чем-то, но, кажется, еще не закончил. Модификация гитары наконец завершена, но тот так и не показал мне, как ей пользоваться. Лучше с ней не баловаться. А, блин, это же не Салли, ой, Салли точнее говорил. Надеюсь, оно будет работать лучше, чем та штуковина в виде коробки, которую он сделал в прошлом году. Точняк, предпочитаю, чтобы моя гитара оставалась целой. Так, ну чё? Ну что, ты готов? Почти. Хочу перевести все, что осталось на выходных. Наконец-то переберусь из своего подвала. Круто. Тот сказал, что мы можем взять фургон. Шикарно. Ага. Погнали. Так, фургончик тогда возьмем, что ли? Или что? Пешком? Ну ладно, что там за труп такой лежит? Что это такое-то? Птичку придавили, что ли? Ну ладно. Так, Нокфелл Холмс. Ну, это там, где произошло убийство? Ух ты, кладбище. А чё это оно тут? Наверное, тут оно и должно быть. Ладно, идем дальше. Так, миленько тут, интересно. Ага, бог видит всех. Ну ладно. Дальше чё? О, Эдисон Апартаментс. Блин, единственное место, где тучи, короче.
Кажется, про Борю ты не ошибся. Угу, мы снова тут. Да у него и бородка появилась, нифига себе он вырос, этот Ларри. Что ж, вперед. Погнали. Текс, а супергербой-то где у тебя? Я не знаю. Ох, как старые добрые времена, сейчас снова здесь прогуляемся. О, в 104-ю. Мистер Эдисон так давно тут все складывает, что наверняка уже и не помню, что в коробках. У них наверняка полно вещей его погибшей семьи. В некоторых, а в остальных старая одежда, чайные сервизы, кулинарные книги, просто куча старой фигни. Ларри! Чё? Ты копался в вещах Терренса? Естественно, чел, как я мог в них не покопаться, он же из комнаты никогда не выходит. К тому же, я хотел убедиться, что он не связан с культом и не прячет тут трупы или еще какую фигню. Но тут только скучные стариковские манатки. Ну что ж, логично. Так, ладно. Короче, ребят, на этом, наверное, закончим. А, в общем-то, сегодня серия была крайне удивительная. И пока что я не особо понимаю, что происходит, но, видимо, мы близимся все ближе к разгадке. Как я понимаю. Ну, надеюсь хотя бы на это. Вот. На этом все. Не забывайте делать стандартные ютубовские делишки. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и пока-пока. We'll